Думаешь, меня можно испугать пушкой? Я из-за вас опоздаю. А я ненавижу опаздывать. Гляди-ка, мисс номер неопределен, снова звонит. А с чего ты решил, что это обязательно мисс? Догадался. Ясно, папа. Это перевозчик? Где груз? Кто это? Поехали. Всем выйти из машины, быстро. Никто никуда не пойдет, поехали. Сэр, выйдите из машины. Пристегнитесь. Надеюсь, мы еще поработаем вместе. Не будем торопить события. Средиземноморский банк уже грабили раньше. Но подобным образом впервые. Водитель. Его называют перевозчиком. Он заплатит. Могу я вам чем-то помочь? Привет, Фрэнк. Кто это? Ты и твои друзья кое-что у меня забрали. А я забрал кое-что у вас. Даю тебе 12 часов, чтобы найти отца, прежде чем я убью его. Вы втянули меня в это, азадно и отца. Поехали к боссу. У нас есть выбор. Сомневаюсь. Нам нужна помощь. Так долго укладывал детей спать.